Отдыхает представитель города Умань Артур Пентюк. Он 98-го года рождения, имеет первый юношеский разряд, представляет общество «Спартак». Боксом занимается 2 года, является победителем турнира в городе Умань и в городе Винница. Тренируется под руководством Виктора Петриченко. Пять, шесть, семь, восемь.
Стоп! Бог! Куда? Идут! Вот, ищи! С уклонами! Бить! Еще! Дай навстречу! Ну! Еще! Крути бить! Ты ударишь! Право четко!